Единый натхняльник велопробегу академик Валентин Толкачев. У своих 77 годов мужчина в выдатной физической форме. На велосипеде со своими однодумцами проехал Беларусь с дольшую поперок. 23-й республиканский велопробег присвечен юбилею перемоги в Великой Отечественной войне. Главная идея заезду так само переможная. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, за 20 век в войнах погибло 115 миллионов человек. От табака, знаете сколько? 100 миллионов. За тыдень 10 велосипедистов планируют проехать полтысячи километров от Бреста до линии Сталина. Припынки у Кобрине, Пружанах, Слонями, Новогрудку, Воложине. В программе веломаршруту и встречи с насельством. А так само размовы, как без тытуню и алкоголю, махчима жить здорово.